Одержав убедительную победу над Бенилом Дариушем, Чарльз Оливейра сделал очень весомую заявку, чтобы заполучить реванш с действующим обладателем титула Исламом Махачевым, которому он проиграл удушающим приемом в октябре прошлого года. На фоне этой яркой победы президент UFC Дейна Уайт сделал заявление о реванше Махачева и Оливейры и сказал следующее. «Сегодня Оливейра выглядел по-чемпионски, и я рад, что они с Махачевым снова будут драться. В этом есть смысл. Я скажу вам во вторник, но давайте не будем наводить тень на плетень. В этом бою есть смысл. Он должен случиться, и я буду рад увидеть это снова. Есть много факторов, которые нужно принимать во внимание касательно следующего титульного боя. Я о том, что я сейчас здесь и говорю с вами об этом, но при этом без понятия, где Махачев и какие у него планы на это лето. Есть множество факторов, которые влияют на организацию боя. Я же просто сейчас о том, что лично я бы хотел увидеть реванш Махачева и Оливейры», – сказал Уайт на пресс-конференции. Отметим, что следующий бой Махачева уже предварительно запланирован на 21 октября, как главное событие турнира UFC 294 в Абу-Даби. Друзья, хотели бы вы увидеть реванш Махачева против Оливейры? И каковы ваши прогнозы на этот бой? Кто одержит победу во второй раз? Пишите свои мысли в комментарии, буду ждать вас там. Ну а на фоне этого возможного реванша бывший чемпион UFC Даниэль Кормье оценил шансы Оливейры против Махачева. Оливейра завершил бой с Бенилом всего за один раунд. Похоже, что он нацелен на реванш с Махачевым. Я верю, что реванш будет более конкурентным. В первом раунде Оливейра неплохо справлялся. И сейчас он уверен в том, что способен дать Исламу бой. Махачев написал, что в этой игре есть разные уровни. И Оливейра это показал. И пусть Чарльз не является чемпионом, но он лучше остальных и находится прямо за Исламом Махачевым, сказал Кормье.